Корректировки подвергли расходную часть главного финансового документа города. Основная причина – необходимость выплат по договорам лизинга муниципальных транспортных предприятий. К Олимпиаде на баланс Сочи автотранса и Лазаревского автотранспортного предприятия поступили комфортабельные МАЗы и ЛиАЗы. Всего 355 машин, которые и сегодня продолжают работать на муниципальных маршрутах. Сейчас средства на погашение кредита поступили из краевого и местного бюджетов. С двух олимпийских программ, одна краевая, это субсидия, она перейдет нам до 94 миллиона. И вторая городская программа 94 миллиона, мы объединим эту сумму, это 188 миллионов 500 тысяч. И данная сумма будет перечисляться по погашению лизинга. Еще один финансовый вопрос, который обсудили депутаты, это помощь жителям Лазаревского района, имущество которых пострадало в результате наводнения в 2013 году. Более 200 семей получат финансовую поддержку. На эти цели из бюджета выделено чуть менее 9 миллионов рублей.